ओम ज्ञान विराजस्त ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद क्रियाद्वैत गदाधर शिवदति गौर भक्त वृंद सब हाथ все вместе. Прежде всего, приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам моего гурудева Шили Бхакти Шируп Сиддханти Госвами Махараджу бесчисленное множество раз. Также бесчисленное множество раз я приношу свои почтительные дандават пранамы своему Шикшагуру Нитилил Правишнам Шнупада Штотара Шата Шишимат Бхакти Веданти Шили Нарайни Госвами Махараджу. Также я кланяюсь Нитилил Правишнам Вишнупада Штотара Шата Шишимат Бхакти Веданти Шили Вамани Госвами Махараджу. Нитилил Правишнам Вишнупада Штотара Шата Шишимат Бхакти Веданти Тривикрами Госвами Махараджу. Также я приношу свой Шараштка Пушпанджали Шили Бхакти Веданти Свами Махараджу, все Гуру Варги, всем собравшимся преданным во главе с Триданти Саньяси Ганом, Шили Бхакти Веданти Мадхави Махараджу, Шили Бхакти Веданти Вани Махараджу и всем остальным Саньяси. Мы очень удачливы в этот месяц Картика. Множество вайшнавов явились в этот месяц Картика, также вошли в Нитилилу, покинули этот мир. И это великая благая удача памятовать их. Когда Шри Чайтанья Махапрабху ходил к Гададхар Пандиту слушать от него, и тогда Гададхар Пандит спросил его, какую тему ты хотел бы выслушать? Махапрабху ответил, я бы хотел слушать о славе преданных, о славе вайшнавов. Этот путь Бхакти-марга полон трудных трудностей, тяжелых камней. Этот путь Бхакти подобен хождению по лезвию бритвы. Иногда он настолько сложный. Как будто в армии, на поле битвы, когда атаки одна за другой нападают на армию, солдаты отстаивают одно за другим нападение. Это когда мы получаем проблему в своей жизни, первое, что мы делаем, откладываем свои четки в сторону. Но если мы будем слушать о славе преданных, мы первое, что мы обнаружим, сколько трудностей свалилось на их голову, но как они были решительны и сосредоточены на том, чтобы совершать свой баджан. Когда Шрила Прабхупад покидал этот мир, он собрал преданных и заявил им, дал свои последние наставления.
Он сказал, в вашей жизни будет много трудностей приходить одними за другими, но то, что вам необходимо делать, постоянно совершать Хари Бхакта Бхаджан и служить Хари Гуру Вайшнавам. Никогда не оставляйте путь Бхаджана. Учитесь у них, поскольку Хари Гуру Вайшнава постоянно возвращают нас на путь Бхакти Марга, где бы мы ни находились. Я удивляюсь, кто еще до сих пор продолжает путь Бхакти. Это удивление, потому что те, кто оставили путь Бхакти, ничего удивительного в этом нет. Удивительная вещь те, кто до сих пор продолжает этот путь. Все приходит к нам по беспричинной милости Гурудева в нашу жизнь. Гуру Кришна Прасада Бхакти Лата Бидж, поскольку Он садит семя Бхакти в наше сердце. Итак, наши трое Гурудевов, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Викрам Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Были одной душой в трех телах. И даже вчера мы праздновали день ухода Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа и Шрила Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махараджа. Они ушли в один день. И этот титхи называется Тирабхав Апракат Махотсава. Почему Апракат мы зовем? То есть они оставили этот мир. Но в чем это значение? Куда они отправились? Они снизошли в этот мир по желанию Господа. И они снизошли прославлять путь преданности, путь Бхакти. И Шрила Прабхупад говорил, тот, кто ввязан в майю, даже если это будет одна джива, если вы хотя бы одно живое существо в человеческой форме жизни вырвете из майи и поставите на путь Бхакти, это будет высшая благотворительность. Итак, наши возвышенные ачарьи нисходят в этот мир и возвращаются назад в духовный мир, входя в нитья лилу, вечное служение Божественной Чите Рады Кришны. И их дни явления и дни ухода совершенно необычная вещь. Это очень возвышенное явление. Как Кришна говорит, мои чистые преданные не связаны кармой, матигьяной и всеми гунами материальной природы. Они необычные люди. Все, что они совершают, это деяние ради блага живых существ. Это подобно тому, как один музыкант со своей женой и ребенком устроили один спектакль. И царь, наблюдая их спектакль, это были группа магов.
радуюсь их выступлению. Царица подарила жене роскошное жемчужное ожерелье, за которое дети выхватили его у матери, стали драться, дергать это ожерелье из стороны в стороны. Порвали его. Мать подумала, что мне делать со своими детьми. И так они поубивали друг друга. От горя мать убила сама себя. И тогда отец всего семейства также себя убил. И все это было на глазах царя и царицы, и всех присутствующих. И до этого первое их выступление было замечательным. Всем были счастливы. А после того, как они поубивали себя, царица думала, зачем же я подарила им это ожерелье. И все были очень расстроены и поглощены в скорбь. И тогда, когда провели всю необходимую церемонию кремации, и спустя неделю царица получила письмо, царь получил письмо. Вы заплатили мне за первую часть выступления, но мое выступление закончено, а вы не отдаете вторую часть за мое выступление. Царь был поражен. Да как же так? Мы ведь их похоронили собственными руками. Как такое возможно? Тогда царь отправился в указанное место со своей царицей, и вся семья этих магов вышла к ним живыми и здоровыми. И так Шрила Вишванатхачакравати Такур описывает, если такое возможно для обычных людей, магов, которые проворачивают такой спектакль, то что уж говорить про возвышенных, чистых, преданных, вечных спутников Господа, которые не сходят в этот мир. Мир, они являют удивительные жизнедеяния. И такие возвышенные личности настолько могущественны, что они ставят свои стопы на голову смерти даже. И полубоги что делают в этот момент? Они осыпают цветами с небес возвышенных вайшнавов, когда они входят в нити Алилу. Итак, нашему взору является их жизнедеяние, как день явления и день ухода. И эти двое титах очень важны, и они наполнены большой милостью такого вайшнава. И мы обретаем великую удачу слушать их их качествах, об их славе, насколько они возвышены. Кто более милостлив? Господь милостлив, мы слышим об этом, но самый более милостливый — это вайшнав Такур, который приходит проливать безграничные галлоны милости на все живые существа. И эти титхи называются Маха Махотсава. Великое явление, другими словами. Итак, вчера были титхи Шрилы Вамана Госвами Махараджа, Шрилы Тривикрами Госвами Махараджа. Все они, Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шрила Бхактинанда Тривикрама Госвами Махарадж, Шрила Бхактинанда Нарайана Госвами Махарадж, они вечные спутники Шримати Радхарани, как в этом баджане поется. Шри Кришна Чайтанья Прабху, Саха Аватари. Как Шри Чайтанья Махапрабху не сходит в этот мир со своей Дхамой, со своими спутниками. И таким же образом Шрила Прабхупад не сходит в этот мир со своими спутниками. Он на Яна Мани Манджаре.
Они видят, как дживы страдают в этом мире, отвернувшись от Господа. Видя их бесчисленные страдания, Шримати Радхарани посылает свою близкую Манджари, Наяну Мани Манджари. Пожалуйста, отправляйся в этот материальный мир и проповедуй бхакти, путь бхакти. Возьми своих спутниц с собой, не приходи одна. Итак, Шрила Прабхупад не зашел в этот мир со своими спутниками. В то время, когда получил наставление проповедовать бхакти по всему миру, он был расстроен. У меня нет возможности совершать проповедь, потому что у меня нету ни людей, ни денег на это. Его гуру Дев Шрила Джаганнадас Бабаджи Махарадж. Он говорил ему: не волнуйся, просто продолжай свое дело. Мы все будем помогать тебе. И так Шрила Прабхупад говорил. Я думал, что я совсем один, но на самом деле я не один. Как сам Махапрабху со мной, вся Гуру Варга со мной. Так много блаженства приходит в мое сердце от их поддержки. И так много я, так много грандха я написал. И так наша Гуру Варга пришла к нам, Шрила Вамана Госвами Махарадж, Шатри Викрам Госвами Махарадж, Шрила Нарайана Госвами Махарадж. И мы слушали их слушаем их об их славе все эти дни. Итак, когда мы слышали о том, что когда Вьясадев описал все священные писания, он не был удовлетворен, тогда его Гурудев Нарада Риша явился ему и сказал: «Почему ты так несчастлив? Если ты хочешь быть сантошем, удовлетворить весь мир, ты должен описать игры Кришны». И так Шрила Вамана Госвами Махараджа звали Сантош. Тот, кто дарует блаженство всем и каждому. Сантош. И мы видим в его жизни и деяниях, как он совершал вайшнава севу. Без вайшнава севы, без пыли с лотосных стоп вайшнавов, без милости вайшнавов, Кришна Бхакти будет далеко от нас. До тех пор, пока саду крипа, милость святых не прольется на нас, мы не сможем войти в Кришна Бхакти. Даже наш Бхарати Махарадж сказал: тот, кто не предается лотосным стопам возвышенной великой личности, не совершает служение вайшнава бхакти, не проявится в сердце такой личности. Служение вайшнавам очень важно. Вайшнава Хридои Сада Говинда Вишрама. Говинда Кахена Мама. Вайшнава Парама. Итак, Шрила Вамана Госвами Махарадж, когда был маленьким мальчиком, он совершал служение всем вайшнавам. Совершая служение всем вайшнавам, он обрел очень много милости от них. Шрила Вамана Махарадж ходил в школу, получал образование там и служил всем вайшнавам. Но если взять мой пример, то я
Я ходил в школу, читал книги. Когда я пришел в мат, я совершал служение вайшнавам, но у меня не было времени читать. Итак, Шрила Прабхупада дал школу получать образование, и он сдавал экзамен, Сантош. Итак, Шрила Прабхупада ему сказал: у тебя так много ништхи. Ты положил свою жизнь на служение вайшнавов, и ты сдал первый экзамен, сказал Шрила Прабхупада. Кто совершает новое дело, он будет настолько могущественным. Они осыпают его милостью. Тот такой вайшнав, тот, кто оставил эти три вещи: карма, пратиштха, вожделение, пратиштха. Канака, камни и пратиштха, говорил Шрила Прабхупада. Все могут, многие могут оставить членов своих семьи, мужа или жену. Но очень сложно оставить пратиштху, желание славы и почести. И Шрила Вамана Госвами Махарадж является пример того, как он оставил все эти три вещи. Он стал президентом Гаудия Веданта Самити. Он никогда не был горделив. У него не было поведения высокомерия. Махарадж говорит: мне нужно еще 5 минут, чтобы закончить речь. Итак, наш Шрила Нарайана Госвами Махарадж приходил к нему. Он также являл свой величайший пример смирения. Несмотря на то, что Шрила Вамана Госвами Махарадж был очень смиренной личностью, он был очень ученым, он все время был очень смиренным. Он давал посвящение преданным. И он, прежде чем дать посвящение, приходил к Шриле Гурудеву и просил: пожалуйста, дай мне милость и благословение и наставление также даровать посвящение, потому что благодаря твоей милости я смогу совершать это служение. Такое смирение он показывал. У вайшнавов нет ничего своего. Они что к ним приходят, у них находится в карманах. Но сейчас вот появились банки, и банки съедают у них все, что у них есть. Таким образом, они служат банкам. От этого, и до сих пор это так, их пожертвования собираются в ящики. Кана Какамини, Кана олицетворение женщины или Майи. Еще одно качество, к которому не привязаны вайшнавы.
ब्रह्मचारी को सावधान रहनी चाहिए कि जो स्मार्ट फोन है ना, ये दो धारी की तलवार है, यही मरवा सकती है. Так, общение с женщиной на самом деле очень опасно, и брахмачари должны быть очень осторожны, потому что женщины — это такие личности, которые могут заставить вас умереть и родиться вновь. Еще одна вещь добавляется также. Вам нужно держаться подальше от этих смартфонов, наслаждающих наши чувства. Вот поэтому я вот все время с собой простой телефон ношу. Итак, на своем примере он показал, что у него не было общения с женщиной. Общение с женщиной подобно яду. Выпивая яд, можно разрушить всю свою жизнь. Если мужчина проводит ночь с женщиной, он будет на грани смерти, потому что, проведя ночь с женщиной, это хуже, чем выпить яд. И мы также слышали о качествах Шрилы Вамана Госвами Махараджа, как он служил на печатном станке, и станком было, его палец был отрезан. От этого Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж расплакался. Из его жизни Шрила Вамана Госвами Махарадж с самого детства служил всем вайшнавам, которые только были в храме, находились в храме, приезжали в храм. Он так много усилий и сосредоточенности вкладывал в вайшнава севу. И однажды Шрила Гурудев спросил его: усилием вайшнава севи и даровав удовлетворение моему Гурудеву Шрилы Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджу, сейчас обрести Вышла книга, которая называется «Патравали» Шрилы Вамана Госвами Махараджа, которую напечатал Бхактиданта Говинда Махарадж. Все должны читать эту книгу. Как преодолеть препятствия на пути Бхакти. Как преодолеть все препятствия на пути Бхакти, влияние Майи и прочее, прилагая усилия. Все описывается в этой книге. Мы молимся лотосным стопам Шрилы Махараджа, чтобы мы бы, сколько он усилий и всю свою жизнь положил на служение Шигуру Вайшнавам, мы желаем, чтобы однажды мы также провели такую жизнь служения Шигуру Вайшнавам, чтобы наша жизнь была успешной, вовлекая свое тело, ум и речь.